сейчас вы каждый разрозненно и не знаете, что, как поступить в том или ином случае. Поэтому предлагается все-таки через координационный совет, который мог бы принимать участие в совещаниях, которые проводятся с управляющими компаниями, мог бы собирать со всех остальных председателей домов вопросы, которые необходимо рассмотреть на общем совещании, да, может быть, те вопросы, которые требуют обратной связи и доведения до каждого из вас.